Другое дело, что наши партнеры, многие, просят акцию продлить. То есть акция у нас будет на 12 500, можно зайти до 5 числа включительно, про то, что Вадим говорил. 6 числа уже на 20 тысяч минимум можно зайти. И в любой момент мы можем бот уже, в принципе, запустить. Ориентировочно мы планируем с 10 по 15 декабря запустить. То есть полностью, чтобы у вас реферальные ссылки появились, кабинеты, чтобы можно было приглашать людей уже от 200 рублей, от 200 рублей и более. Сейчас на чем следует сконцентрировать свое внимание и фокус внимания? На том, что сейчас каждый из вас, каждый из ваших лично приглашенных и команду в глубину, команда в глубины может следующее сделать. Он может сэкономить в 2, в 3 раза, в 1,5 раза сэкономить. Как говорится, сэкономленный рубль – это заработанный рубль. Второй момент. Вы можете на предстарте легко приглашать людей. На предстарте это, ну, проще паре на репы сделать. Потому что все понимают, что когда только ожидается, легче и выгоднее заходить, одним из первых. И в этом есть определенная логика. Почему? Потому что у нас матрицы у всех будут через запятую. То есть все наши матрицы, у нас наноматрицы, они параллельны друг от друга. Мы никогда не будем являться частью матриц друг друга. Но в то же время мы будем заходить периодически в матрицу друг друга в двух способах. Первый способ – это у нас рандомный, второй – управляемый рандом. Это такой наномикс. И нужно понимать, что каждый из нас заходит в матрицу с определенной целью – подарить два подарка. При этом у нас мощнейшая мотивация. Как только мы подарили два подарка, я вам приведу пример, на матрице номиналом 2000. То есть я зашел в матрицу, мне система сказала, куда. Более того, она автоматически меня поставила по определенному алгоритму. Я подарил два подарка. 1000 своему пригласителю, и я буду всегда 50% пригласителю отправлять. А 1000 в зависимости от того, в чью матрицу попал и на какой уровень. Подарил два подарка. В этот момент, после подтверждения получателями подарков, у меня сгенерировалась собственная такая матрица с потенциалом до 1034 подарков. Первый уровень – два подарка мои. Третий уровень матрицы, 8 подарков мои, и 10 уровень, 1024 подарка тоже мои. При этом, друзья, 1034 умножаем на размер подарка 1000, это 1 миллион 34 тысячи. При этом у каждого из нас, у вас, у вашей команды, каждый подарок будет генерировать для вас, каждый пятый подарок будет генерировать для вас еще одну такую же матрицу. Нужно понимать, что мощнейшая мотивация вообще зайти в проект. На предстарте это еще легче сделать. Приглашаем, сразу получаем 50%. И с матриц лично приглашенных до 532 подарков снова получаем. При этом каждый пятый подарок у них генерирует еще одну матрицу. И то же самое происходит у партнеров во втором, третьем, четвертом, пятом уровне под вами. Также я люблю приводить пример такой, также матрица номиналом 2000 рублей. Представим, что вы неопытный пока, новичок, но пригласили всего одного, который тоже умеет приглашать. В пятом уровне у вас под вами 100 человек. У этих 100 людей минимум по одной матрице номиналом 2000 рублей. С их матриц, с восьмого уровня, ваш интерес 256 подарков. Простая элементарная математика. 256 подарков умножаем на 100 матриц, получается 25 600, и умножаем на размер подарка 1000. Получаем 25 миллионов 600 тысяч рублей. Для большинства из людей это колоссальная такая космическая сумма, в которую, может быть, и не каждый готов поверить. Но это не максимальные возможности нашего маркетинга и проекта. Потому что у этих людей в пятом уровне, пока будет прогружаться матрица, заполняться, у них еще десятки таких же матриц сгенерируются. И этот процесс, он максимально долгосрочный, долговечный, интересный, потому что каждый из участников, и включая каждого из вас, в любой момент может клоновую матрицу еще одну активировать. Для этого необходимо нажать будет на кнопку «Подарки», на кнопочку, допустим, «Эконом», выбрать матрицу 2000 рублей номиналом, активировать, да. Система спросит, вернее, скажет вам, допустим, сейчас в нашем проекте 20 тысяч матриц, выберите любую цифру. Вы выбираете в строке сообщений, например, цифру 11, дату рождения своего ребенка. Окей. Вы не знаете, в чью матрицу вы присоединились, но это и не важно. Почему? Потому что у вас цель другая. Подарить два подарка, сгенерирована новая матрица для вас, которая вам принесет до 1034 подарков. И вот именно эта мотивация всех нас будет мотивировать, масло масляное получается, ну так действительно, мотивировать, активировать все большее количество матриц. То же самое и в первом уровне, и во втором, и в пятом.
Этот процесс будет бесконечный. И следует особенно акцентировать внимание на управляемом рандоме. Всего за 500 рублей все ваши матрицы разных номиналов по одной штуке, разной нумерации, то есть порядковые номера разные. Где-то какая-то матрица в хвосте будет, там, допустим, 300-тысячная. 500 рублей проплатили, все матрицы встали на позицию номер один, порядковый номер один. И у всех у нас в комьюнити, ну, представим, что у нас уже, допустим, 200 или 300 тысяч участников. Каждую секунду у кого-то будет пятый подарок формироваться. И этот пятый подарок будет направляться в виде забронированного места конкретного человека в вашу матрицу под номером один. И эта матрица может заполниться за один день. И важный момент, друзья, еще хочу подчеркнуть, то, что настанет момент, в принципе, он уже настал даже сейчас на предстарте, допустим, у нас более 20 тысяч. Даже без прихода новичков система будет максимально долгосрочно, качественно работать. Плюс мы еще будем различные акции устраивать, будут у нас инструментарии, там, регуляторы, как делать так, чтобы у нас все быстрее было, эффективнее, интереснее и прибыльнее. Сейчас уже могу сказать от лица наших партнеров, лидеров в первую очередь, потому что на предстарте уже многие, я бы даже сказал, привыкли 15, 20, 30 тысяч каждый день получать себе на карту. Это норма. То есть люди охотно в наш проект идут. Особенно на фоне каких-то других подарочных систем, которые не оправдали их ожиданий. На фоне того, что в наш проект, в принципе, не обязательно приглашать, и это условие, оно раз и навсегда. То есть никогда вам не надо будет подтверждать активность. Соответственно, большинство людей, в принципе, не рассматривают приглашение, ну, по крайней мере, в начале своего профессионального пути. И их приглашать легко. При этом важный момент, друзья. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся подарками. Это не спекуляция, это не обман, это не инвестиции, не криптовалюта, которая может скомануть, упасть ниже плинтуса. Это подарки. То есть в любом случае мы делаем добро, мы никого не обманываем, у нас прозрачный, понятный процесс с уникальным маркетингом и с уникальным алгоритмом заполнения матриц. Даже сами матрицы у нас нано-матрицы. Они абсолютно другие, не те, которые вы привыкли ранее видеть, либо в каких-то проектах вы участвовали. Абсолютно новый уровень. Но этот момент и осознание, понимание наступит только тогда, когда вы уже начнете подарки получать. Тогда, когда вы начнете получать подарки, в том числе и с матриц своей команды в глубину до пятого уровня. Вот когда этот процесс запустится, тогда будет максимальное понимание. И важный момент также, друзья, когда вот мы начинаем получать, я вот сегодня тоже на одном из голосов выступал, я говорю, я был когда-то скептиком вообще сетевого. Я такой классический бизнесмен, который зарабатывал нормальные деньги, там и миллионы в день были. И я смеялся над сетевиками. Но спустя годы, после очередного банкротства, когда ну, пришлось выбирать, то есть как выходить из этой ситуации при наличии маленькой суммы денег, либо вообще отсутствия как такового денег, я начал так же, как вы, в различных проектах участвовать. И я увидел, насколько легко, особенно в инфобизнесе, зарабатываются деньги. Вот человек, если немножко будет шевелиться, немножко рассказывать, вероятность того, что у него все получится, стопроцентная. Если вы будете прям работать, как говорится, по-стахановски, без выходных, поменьше спать, не отвлекаться, а именно продвигать, рассказывать, популяризировать, создавать вот такие чаты, набирать туда команду людей, выступать в роли спикера, либо приглашать вышестоящих лидеров, чтобы вам помогли. У вас процесс будет на несколько тысяч выше при минимальных затратах. В нашем случае, друзья, у нас еще есть одно преимущество. Если у вас денег нет, но желание есть, вы можете пригласить и сразу получить 50%. Как сейчас в предстартовой обстановке, так и после официального старта. Это всегда будет так. Вот мы разработали такую систему, которая позволяет человеку с утра быть бедным, а к вечеру, ну, если не богатым, то, по крайней мере, покушать, купить, там, какие-то кредиты закрыть, своим детям какую-то обувочку купить, куда-то их сводить. Это все реально. Десятки тысяч уже рублей люди уже почувствовали и понимают, что это реально. Кто-то даже более 100 тысяч в день зарабатывает. И это происходит уже на протяжении, там, ну, и, наверное, пару недель. Вот Ирина Маркелова у нас молодец, Вадим Владимирович, ваши лидеры, вышестоящие. Каждый день я вижу, то, что они зарабатывают достойные деньги. И это только начало. Это еще не запустилась глубина подарков. Как запустится глубина... Я думаю, у каждого из них будет еще по 10, а то и 12 админов-гарантов, которые за них будут получать подарки. Потому что они физически могут не успевать. Почему так произойдет? А это произойдет обязательно. Потому что они проявляют себя активно.
Поэтому вот, друзья, у вас выбор. Либо вы пассивно и ждете, пока с барского стола где-то рандомно что-то упадет, какой-то подарочек, либо вы активны и сами управляете своей жизнью, и сами формируете тот объем и количество подарков, которые вы действительно достойны. Друзья, на этом все. Возьмите от жизни. Здесь и сейчас все по максимуму. Всем удачи. Спасибо большое, Александр. Все, тогда будем заканчивать. Воспользуйтесь акцией, о которой сейчас говорил Вадим на презентации, ну, не на презентации, а про акцию на предстарт, про предстарт. И ссылать, не ссылку, а обратитесь к тому наставнику, кто вас пригласил в этот чат. Ну, а если я вас позвала, то и кто в раздумьях, воспользуйтесь этой акцией, от 12500 еще можно оплатить сегодня, пишите мне в личку. Ну, мои личники, пишите мне в личку. Все, завершаем голосовой чат. Всем пока. Спасибо. Спасибо, Ирина. Спасибо, Александр. Ребят, с вами был Александр Блинов, создатель нашего проекта. Наш вышестоящий Ирина Маркелова, крутой наставник. И с вами был Вадим Владимирович Нерушевский. Всем пока-пока, здоровья, счастья и хороших заработков.